Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Ваш выбор сегодня вы отдали, даже не то, что вы не то, что на пятерку оценили, я бы сказала, что вы на десятку буквально оценили это колье. Настолько оно было блистательно, настолько оно покорило наших телезрительниц. Это, кстати, мой выбор сегодня по многим причинам также. Потому что здесь не только много серебра, здесь 13 граммов серебра, но и здесь украшение удобное во всех смыслах. Ведь это колье V-образной формы или Y-образной формы с красивой деталировкой, с семью счастливыми звездами. И, конечно, это колье еще и с добором. Я вот женщина, например, очень капризная, честно вам скажу. Мне нужно, чтобы украшение было не только красивое, но и удобное. Здесь есть добор, который позволяет мне скорректировать длину, я могу повесить его пониже, повыше. Я ношу разные платья, я думаю, что так же, как и вы. Соответственно, мне нужна вот такая вариативность. Хотите массу блеска, хотите вот этот эффект статусного украшения, выбирайте колье. Колье очень редко появляются у нас в эфирах, тем более по такой цене. Стартовая цена на это колье, где 14 граммов серебра, была 5999 рублей, но вы снизили стоимость. Мы еще можем пользоваться плодами. Для тех, кто смотрит наш финальный эфир, блистайте, сияйте, носите колье рождения звезды. И это финальная стоимость 2999 рублей. Кстати, браслет у нас тоже с вами с хорошей очень скидкой. И это полная коллекция рождения звезды, один из самых сияющих лотов нашего эфира. Колье это, кстати, редкий атрибут в наших коллекциях. Обычно колье чрезвычайно дорогие, здесь очень доступная цена. И это, пожалуй, первый раз, когда я могу предложить вот такое колье по столь доступной цене. Аукцион – это магия! И вы получаете блеск камней в металле. То есть здесь без каменка, здесь нет камней, но за счет алмазной грани очень красивое сияние. Издали иногда смотрится, что здесь буквально обсыпка из бриллиантов или из фианитов. Но обсыпки нет, соответственно, у нас с вами более удобная и сочетаемость, и мы можем очень хорошо ухаживать за таким украшением. Собственно говоря, оно особого ухода не требует. Просто снимайте его обязательно после того, как перестаете его носить. Спать, конечно, в таком колье не стоит. Снимаем. Кладем бархатную шкатулку, иногда промываем водичкой, и все. Все, оно нам служит очень долго и красиво. Посмотрите, как, посмотрите, какие искорки. Вот они, видите, да? Прям начали играть. Начали сиять. Вот стоит только пошевелить. Вы тоже будете вот с таким мерцанием. Знаете, вот немножко гипнотизировать. Гипнотизировать будете блеском. Очень легко заказать такое колье. Оно будет завораживать, безусловно. Заказ делать просто через наших операторов. Многоканальный номер телефона сейчас доступен. У нас есть операторы на линии. Звонок бесплатный, ожидание бесплатное. Кстати, ожиданий у нас сейчас практически нет. Оплачиваете вы только по получении все украшения, которые видите. Используйте все бонусы телеканала Shop & Show. Колье рождения звезды. Вот оно. Фантастическое, фееричное, блестящее. Используйте все свои шансы сегодня, заказывайте и колье, и браслет по цене 2999 рублей. Будьте звездой, будьте королевой. Мы даем вам эту возможность. Мы любим наших телезрительниц и даем вам максимальные и скидки, и, конечно же, возможность бесплатной доставки на комплект. Где вы живете? Вы живете в Подмосковье или же вы живете на Камчатке? Возможно, в Костроме или в Сочи. Мы доставляем в любые регионы России. И звонки из любого региона также бесплатны. Очень удобно делать покупки на телеканале Shop & Show, тем более это гарантия вашей индивидуальности, гарантия того, что ни у кого таких украшений не будет. Наши коллекции лимитированные, и это означает, что вероятность, что кто-то из ваших подруг будет в таком украшении, очень маленькая. Скорее всего, вы будете одна единственная в своем городе или в своем населенном пункте в таком комплекте. Роскошь, блеска. 14 граммов серебра у нас с вами в колье, тоже около 14 граммов в браслете. Колье, кольцо, браслет и серьги доступны в этой коллекции.